Ну скажите мне, парни, вы же знаете, что я имею в виду. Я бы просто здесь спал. Периодически отсыпался. Он один тригернулся, кажется, или просто ему так захотелось. Фары. Фары уже все, им пизда. Вон там бургеры открыто, но не проблема. Не проблема. Прям под самую, блядь, колоночку, пожалуйста, мне. Мне, блядь, больно? От чего, нахуй? Так, давай, кроме шуток, блядь, бросай сюда. И приходи в себя, пожалуйста. Все, давай, перегруза нет. Все, заебись. 11. Ну, давай минуснем отвертку, блядь. Алюминий на пол. Электронные запчасти в сумку. Ну что тебе еще, что ты еще хочешь-то, хороняка, блядь? Что ж тебе еще нужно-то? А, ну все, перегруза нет. Давайте теперь тихо, спокойно пройдем. Найдем какую-нибудь пачку ебаных чипсов, правда ведь? О, прикуриватель. Две канистры уже с бензином тоже здесь есть. Что тоже не может не радовать. Печенье с малиной. То, что нужно. Инша справа. О, баллон с пропаном, кстати, тоже может пригодиться. Канистра, опять же, уголь. Спортивное колесо, стопроцентное. Если вдруг что, я имею в виду. Так, канистра с бензином. Тут уже было две, кажется, где-то я нащупал. Не могу сейчас нащупать. Слушай, а где же они были-то? Вот они. Это в чем они были? Просто, наверное, с другой стороны? Нет? Они на полу. Будет небольшой перегрузик сейчас. Прям совсем низкий. Но это ненадолго. Ух, блядь, как я хорошо хожу. Так, тебя теперь... Ёб твою мать, вот это я называю не вовремя. Слышь, мужик, ты чё, блядь? Ты это брось, у меня перегруз, мне сейчас не до этого. Заправляем генератор сразу. Ну, в чем проблема? Почему ты стоишь, блядь? Заправляй генератор. Я в ахуе, блядь. Он уже заправлен или что? Информация. Количество топлива 0, блядь. Взять генератор. Три шага. Положить генератор. Заправить генератор. Понимаю, блядь. Взять в основную руку канистру бензина. Заправить генератор. Вот так-то лучше. Информация. Качество топлива. Еще раз заправь. Ладно, поебать. Ты не способен на это, поэтому бери в основную руку. Заправить генератор. Хорошо. Умница, блядь. Умница. Сбрось все, что осталось сюда. Это будет резерв, если вдруг генератор сядет в определенный момент. Информация. Он готов. Мы подключаем генератор к питанию. Это можно сделать потом все. Сейчас спешить некуда. Запчасти, салфетки, канистры. Ну и теперь нужно заправить канистры и раскидать их все. Канистры с бензином. Так. Слить бензин раз. Слить бензин два. Пошло добро. Небольшой перегрузик. Дискомфортик есть, конечно. И покушать хорошо бы. Но уже не так сильно, чтобы зарегениться. Этого мне всего более чем достаточно. Багажник открыт внезапно. А давно ли он, блядь, открыт? Похуй, наверное, давно. Канистра с бензином. Раз. У меня больше нет канистры. Вот еще канистра с бензином. Сегодня чисто бензиновый рейд. Я, блядь, испугался. Я видел, как Родос умер, и я не хочу так закончить. Так. Аккум, часы, походная сумка. Так. Теперь, опять же, слить бензин в канистру. Это такая
дежурная. Дежурная канистра с генератором. В случае чего колоночку, я думаю, я запитаю. И бензин у меня станет бесконечным, правда? Так, еще 10 литров бензина в машину. Мне же нужно, чтобы у меня этот работал холодильник всегда, несмотря на то, что там еще и еда не очень-то нужна. А иногда и телек посмотреть можно. Канистра с бензином сюда, раз. Канистра с бензином из рук, два. Все, у нас 25 литров бензина. Есть, так сказать, есть. Нож в ручке. Че, в зомби? Нож для конвертов, жаль его. Что-нибудь есть еще перекусить такое, знаешь? Зашли, вышли, там пускозарядная, журнальчики какие, что есть, что есть, какое чтиво, обычное, от стресса, от скуки. Вот вроде как конфетки, но я не думаю, что дадут. Гаечные ключи и газовые ключи. Стейк свежий, сырой, ебать, все это время здесь был стейк, неплохо. Котлет свежий, сырой, что тоже, блядь, не может не радовать. Молоко свежее, возьмем, тоже лишним не будет. Кекс и печенье с малиной. Ну, я пока поем вот эту всю фигню. Стейк, конечно, это неплохо. Это неплохо. Кексик тоже давай полностью зарегенимся. Плюс от голодухи. А в хот-доге нельзя приготовить? В хот-догной что-нибудь. О, чипсоиды. Еще одна шина стопроцентная, что тоже не может не радовать. Хот-догную, походу, трогать нельзя. Автомобильный аккумулятор. Спортивный. С остатком даже. В случае чего. Ну и на этом все тогда. На заправке то, что я и говорил, я нашел немножко все хавки там. Есть незначительный урон, но это меня не напрягает. Так, теперь ты, канистрочка. Котлеты, молочко, запчасти. Чипсы можно и поносить, я думаю. Усилок. Карта Малдро, бинты, аккумуляторы. Это все лишнее, на самом деле. Ну ладно, так. Закрыл багажник. Чуточку заправим. Заправиться от заправки. Ну типа, а хули, раз уж я здесь. Большое дело, блять. Тыкнуть кнопку. Короче, суть в том, что теперь надо находить места безопасные, чтобы спать в городе. Ибо возвращаться всегда домой для этих дел не всегда представляется возможным. Нужно выезжать на несколько дней из-за этого перка. Это не смертельно, абсолютно, но... просто неудобно, давай, да? Какие звуки, да, новые я у машин поставил модом? Красотишка. Тут у нас фабрика. Извините, пожалуйста, извините, простите. Даже, кажется, машина, блядь, начала то ли быстрее ездить, то ли такое впечатление. Сколько у вас... О! Ебать, сколько? Нихуя, нихуя, нихуя. Что ж себе ж, блять. Ну давайте, нахуй, давайте. Давай поиграем. Хотите поиграть? Давай поиграем. You wanna play? Let's play. You motherfucker. You wanna play, motherfucker? Let's go. Let's go, man. Come on. Fuck you! Fuck you too! Oh no! Come on, man! Come on! А, да, хули я парюсь, блядь, точно. Come on! Давай просто это сделаем жестко. Где там ты? Блядь. И потерял прочность. Говорю, давай сделаем это жестко, и проебал прочность пистолета. А передергивать там тебе ничего нет? У меня клин, по-моему. Да, у меня клин на пистолете. Блять, что слишком часто его клинить не находите? Есть. Ну, ты следующий, да. То ты совершенно, блядь, нож отдай. Хуй лучше. Налево. Часто застревает нож. Это так на этом, скажите, на во мнении. Не должно так часто это происходить, но это происходит. Что поделать? Что поделать? Эти хуни тоже все можно развалить. Может, прямо сейчас это сделать? Ну, давай сначала со складом разберемся. Склад как-то выглядит побогаче. Не зря он закрыт.
в то же время. Так, тут я все обыскал, судя по всему. Тут я тоже все обыскал. Генератор еще один лишний. Тут я тоже уже был. Осталась пара гаражей, которые можно расхуярить. Там еще мою машину облюбовали некоторые люди. Или уже... Вернее сказать, то, что было когда-то людьми. Оу. Еще один Бенз. Поверьте мне, это все не лишнее. Это если я хочу жить долго. Оу. Ебать, женщина. Вот это, конечно, а если б не одна? А если б не одна? А я еще слышу кого-то. Полегче, блядь, дама. Будьте здоровы. Давай на выход, а? Я вот только думаю, на выход здесь. Одна ведь вышла отсюда куда-то. И, блядь, ушла в бесконечность. Хер просышь. Так, ну около моей машины никто особо не трется, уже хорошо. Бля, тут же было две, куда ушла вторая? Она упиздила наверх. Если не ошибаюсь. Так, one moment. Сейчас сижу просто, записываю, там немножко шумели, я помог, чтобы не было шума. И, кстати, записываю с пантографом, чтобы было меньше вибраций. С новым пантографом, очень клево, мне нравится. Вот это будет, можно сказать, тестовое. Так, канистра с бензином, полный. Отлично, лейка, чтобы поливать всякие гадости. Я что, похож на садовника, блядь? Пропановая горелка, не помню, есть ли у меня в этой сессии она. Возьмем еще один бензин, тоже почти полный. Металлолома, куча всякой прочей фигни. Чё по коробкам? Канистра с бензином. Еще полтора литра. Бейсбольный бит, это не лишнее никогда. Так, небольшой перегрузик пошел. И еще одна канистра. И разобрать радио можно. Чё у нас тут? Аккумулятор. Вот вам, пожалуйста, подарок. Электрический провод, пожалуйста, подарок. Лампочка подарочная, естественно. Эту хуйню можно и сюда. Ладно, погнали, оттащим. Бенз. Хотя Бенз там уже и так занимает большую часть. Надо выбирать какое-нибудь сиденье тогда. А, вот вы где, ебать. А я вас даже и не заметил, если честно. Это еще и мужчина, ебать. Это что ты так резко целоваться-то лишь? Мы с тобой не знакомы, ты это брось, блядь. Я человек любвеобильный, но не настолько. А, вот видишь, я перекладываю теперь для того, чтобы сесть хуйню в себя. Это то, про что мне говорили. Типа, что заднее правое, переднее правое. Вот переднее правое. Сегодня я что-то спиздил отсюда. Переложил в себя. Наверное, какие-нибудь электронные запчасти или еще что. Давай вот заднее правое сиденье. Там, где у меня как раз, по-моему, заклиненный ко всем хуям этот. Как он называется? Дверь. Заднее правое не подходить. Переднее правое, переднее левое всегда для меня будут доступны. Остальных дверей для меня не существует. Бензиновый рейд. Определенно бензиновый. Прям бензо до пизды. Эта канистра мало весит, поэтому можно и свою потаскать. Чипсоиды захаваем, так сказать. Во имя всего святого. Тут же так. Заднее левое, заднее правое. Оба сиденья заняты всякими ништяками. Пропановую горелку тоже пока сюда. Заднее правое сиденье наше все. Бейсбольную биту не поместится уже? Да, уже не поместится. Ладно, бейсбольную биту можно пробовать и в багажник положить. Открывай. Готово. Бля, а стейк-то может и испортится таким образом, если долго буду кататься. Ладно, надо ехать домой. Не сейчас, как только закончим. Бля, мужик, ты-то, блядь, куда нахуй собрался? Все же у тебя, блядь, было хорошо, нахуй. Нет, надо пойти повторно умереть. Уже умерел один раз, блядь, зачем второй тебе? Тут-т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 ут. О, кулер. Где-то мне был нужен. Наполнить бутылочку воды. Дело сделано. Продолжаем шмон. Искал. Только не верите мне, что я уже все здесь обыскал.
Я многие вещи, многие даже поломал уже проходы. И вроде как уже вот тут последний остался. Шанс, так сказать. Последний шанс этого склада. Еще. Тут много где можно поискать. Тут всего одна коробка. Киянка, металл, электронные запчасти. Ну вот и все. Давай на выход. Дверь закроем на всякий пожарный. Теперь пойдем в склады шмонать. 6.40. Сейчас через 4 спать захочу. Бля, кувалду бы. Конечно, нихуя не помешало бы. У меня патроны с собой были. Мне бы магазины перезарядить. Пока ситуация спокойная, еще можно сказать. Пока спокойная. Меня беспокоит ренджа, с которой я стреляю. Она очень низкая. Я успеваю всего пули 3 послать. Это в лучшем случае 3. В любом другом это даже 2. Если я не попадаю двумя, надо уже бежать. А это плохо для меня, естественно. Но я и стрелять-то не умею. У меня на навык стрельбы... Для навыка стрельбы только, блядь, форма полицейская. И все. А так я даже не знаю, что кого. Ну-ка, где там точность? Ну, она очень медленно идет. Ну, идет. Дробовик бы, блядь, какой-нибудь нахуй. Чтобы, знаешь, точность, конечно, там тоже влияет. Но чтобы убивать быстрее. О, заебался уже, видишь. Давай пока медленно. Рацию пока разберем, детскую портативную, вот. Лейка-зажигалка, раскозённый походный топор. Давай жигу тоже брать. Я чувствую, огонь мне скоро пригодится. Барбекю, там все остальное. Походный топорик, сварочные электроды. Наверное, тоже редкая хуйня, я её не часто вижу, но бывает вижу. И мне кажется, возможно, даже она мне будет нужна. И что надо, как бы это смешно ни звучало, постараться запомнить. Да, вон на стулике отдохнем. Тут есть кто-нибудь вообще? Нет, тут все спокойно в этой части города. Отдохнуть. Уже спать? 7.50, блядь. Встал 7 часов назад. Уже спать. Пиздец. Ужас. Наверное, хуёво отоспался, потому что на том диване вонючем. Давай доработаем здесь. Не пойдешь. Ёб твою мать, а. Это сигареты так сильно здесь. Сигарет, тряпка для висот, сигарет, канистра еще одна. Тут какой-то у меня курильщик был. Глушак. Насос имеется, газовый ключ. Тоже еще сигареты. Садовый мешок, штукатурки, радио. Еще одна канистра. Еще генератор, шиномонтажный насос, бейсбольная бита. Там жига была, насколько я видел где-то. Где-то вот здесь. Это газовый ключ, труба, футболка. Жига. Рация. Слушай, мне всегда кажется, что вот, вот сейчас-то я найду. Вот сейчас-то, вот тут-то точно должно быть. И нихуя. Таблеточки в себя, лампочки зеленые, хуёные. Приемнички. Провода, запчасти сюда. Усилки есть, усилки сюда. Перегрузов нет. Продолжаем. Вот это я зашел, вот это прям по-богатому я зашел только что. А вот тут по-бедному, но... Бейсбольная бита, опять же канистра, опять же радио. Слушай, как по шаблону, блядь, все лежит. Есть. Бейсбольная бита, наверное, стоит, конечно же, взять. Еще одно радио. И радио нужно разобрать. А что случилось с... Отвертка сломалась. Выглядит, как будто отвертки пизда. Нет, отвертка на месте. Почему я не могу разобрать? Взять. Где она? Разобрать. А в чем проблема? Ебать, мужчина, а вы давно здесь стоите? Блять, нескромный нахуй к вам вопрос. Я как-то пропустил, блять, момент, когда вы... Блять, да давай нахуй. Что за хуйня? Ебать, пиздец, что за хуйня? Так, не знаю, она услышала, не услышала. Но все возможно. Может, из-за перегруза я так плохо дрался только что. Надо за этим делом следить.
Так, тут заебись, тут заебись, тут заебись. Верхние пока подождут, пока. Можно самому там, конечно, дверь какую-нибудь построить. Или снять какую-нибудь дверь с петель, принести туда. Лопата, металлолом, еще одна битва. Слушай, тут, блядь, бейсбольная команда, что ли, базировалась. И склад, ёб твою мать, да? Хоть сейчас езжай в Hardware Store, который, ну... Который магазин техники. Ё-моё. Давай с вами... Оу. Да ёбаный перегруз. Жизнь тяжелая штука, все, что я могу сказать. Алюминий на пол. Лампочка на пол. Приемники сюда. Усилок и электронные запчасти, так и быть. Провода. Пистолеты, отвертки, это вся хуйня нужна. Разве что могу воду еще переложить. Чтобы было проще жить. Что... Да ёб твою мать-то, а? Слушай, я могу реально свою бейсбольную команду теперь замутить. Тут что у нас? Труба, краски, миллион. Ладно, погнали, скинем в машину ништячки. Опять перегрузно это, потому что дохуя и кушать начинает уже хотеться. Так, тут можно потише, потише. Сейчас устану, кстати, с перегрузом бегать. Если уже не заебался. Я просто не вижу, у меня тут люди играют в зомбоид, блядь. Так, тихонько сел, естественно, чел уже пошел, блядь. Пусть то золотая рыбка, иди на меня. Нож в руки, ебать, ты чё? Тыкай, блядь. Нож в нем остался. Схватим, все остальное и потом. Так! Ёбаньки. Блядь, я выключу Steam, это невозможно, блядь. У меня тут нихуя не все, заднее левое. Вот заднее левое сиденье. Бейсбольные биты туда. 5 штук. Они как раз 10 кило. Там даже не хватит. На 5 хватит, на 4. И еще там канистрами догоняться надо будет. И глушаком. А глушак один. Мне даже не хватит. Тяжелый, кстати. Да, все. Дальше канистры, пожалуйста. Тоже и всякую такую хуйню. Усилки. Запчасти одну. Так, давай сюда теперь в багажник. Запчасти. Провода, усилки. Еще одну биту, если поместится. И глушак сверху наебнуть. Эту хуйню на пол, ибо не нужна. На этом все. Так, багажник закрыт. Все остальное, что я лутаю в себя, потому что... Не, есть, конечно, вариант на переднее право еще закинуть всю эту красоту, но я не хочу. Ножик на... Belt left. И назначился. Belt left. Красиво, есть дело. Есть дело, есть тело. Пока все проходит неплохо. Прям... Очень даже. Сейчас лягу спать, опять усну, проснусь вечером. Чуть ли не в ночь. А ехать без фар в ночь тоже удовольствие, блядь, такое. Делаем ставки, сколько бейсбольных бит будет здесь. Мне кажется, 2. Уж мне показалось. Так. Жига. Лопата для снега, еще одна пропановая горелка. Кстати, вот эта пропановая горелка, она очень лихо заканчивается, чтобы вы понимали. А здесь 0 бейсбольных бит, господа, 0. Сделал ставку на 0, победил. Надо баллон с пропаном, но я помню, там был баллон с пропаном в этом, на заправке. Но я не знаю, где брать пропан. Если я знаю, где зарядить бензин, не знаю, где пропан. Надеюсь, там же на заправке можно зарядить. Найти где-нибудь какой-нибудь диспенсер. Ё-моё. Это я удачно, блядь. Канистра, жига. Кто-то идет. Нет? Просто страшные звуки.
Лопата, опять же, пропановая горелка, еще канистра, еще жига, футболки, электронные запчасти, я не знаю, зачем их беру, но явно пригодятся. Серпы, лейки, журналы, еще вот бейсбольная бита, например, есть. Тут куча металла, прям куча металла, который можно собрать и потом что-нибудь сварганить. Был бы навык. Вот, вы слышите там? Пойду гляну. Все заебись. Да с той стороны, значит, бы какой-то. Поднять бы, блядь, столик этот, ибо он нахуй мешает. Хоть бы он быстро разобрался. Блядь, нет, он на руках у меня. Я предлагаю сесть за стол переговоров, нахуй. Блядь, поставить. Ну ебать, ну что за шутка, нахуй? Это же, блядь, несерьезно. Да брось его нахуй, блядь. Блять, пиздец. Так и с ума, блядь, сойти можно. Достань ствол, блядь, надо застрелить эту суку. Огонь, блядь, на поражение. Все, похуй, умерла. Туда тебе, блядь, и дорога, мразь. Ну это же реально был пиздец. Пиздец и кошмар. Мрак и страх. Устал, хочу есть, пить. Таблетки, витаминки. Витаминки вкусно. Так, теперь коробки, которым так просто... Огнетушитель. Бля, вдруг пожар. Слушай, надо взять, бля, вдруг пожар. Запчасти. Канистра. Опять же, металл. Походный топор, оранжевая краска. Глушитель, опять же. Ну, ладно. Такие штуки, кажется, хайтер лута, мне кажется, не всегда нужны. Мы почти закончили, господа. Вам может показаться, что это не так. Но по факту мы уже определенно. Завал, ломай. О, блядь. Тут особо не повыебываешься. Рацию можно разобрать, на этом все. Ну и последний остался. У нас никто ко мне не подойдет, потому что я не хочу заебаться. Как раз в период, когда ко мне кто-то влетает. Давай нахуй. Все, закончили. Вилы, хуилы. Туфли опять же есть. Состояние новое, как ноги. Туфли на туфли хочу понять. Какие у меня туфельки. Ураган. Новенькие. Бейсбольная бита. Все остальное отстой. Лопата, отстой, газовые ключи, трубы, листы, все. Дальше только Hardware Store, господа. Но это уже завтрачка. Завтрачка, а сегодня домой. Домой выгружать бензин. Бензиновый рейд закончен. Давайте скажу как есть. Бензиновый рейд завершен, пора идти спать. До свидания, прощаемся. Прощаемся с Джейн. Прощай, Джейн. Джейн прям на полную решила стартануть. Тачка заправлена, заряжена. Все заебись, багажник закрыт. Надо затестить багажник, я нервничаю. Багажник закрыт. Все, зеленый. Если зеленый индикатор, багажник закрыт.